Народ освистал президента и министра. Старая как мир история, но не для Латвии. Народ у нас лояльный по отношению к любой власти. Фигу в кармане носит, но открыто старается мнение не выражать. Особенно это касается латышского большинства. И как же надо этот лояльный народ довести, чтобы он начал публично издеваться над своими национальными лидерами? Это произошло на прошлой неделе на церемонии открытия памятника Гунару Астра. Памятник зачетный и историческая фигура Гуннера Астры достойна памяти. Он был редким примером диссидента середины 80-х годов, прямой, смелый человек, которых и в советской Латвии, и в нынешней независимый выраженный дефицит. На памятнике надпись «Не байдес», что по-русски значит «Не бойся». Это значит «Не бойся быть самим собой, не бойся в глаза говорить правду». Открывать памятник пришли представители правящей элиты. В частности, президент Латвии Эгел Левиц и министр юстиции Янис Борденс. Неким привилегированным лицам разрешили слушать випов, сидя на скамеечках перед ними. А зрителей попроще оставили за загородкой. От этой сегрегации веяло мрачными веками. Я все понимаю, пандемийные ограничения в силе, но делить людей на первый и второй сорт на открытие памятника борцу за равенство и демократию – это издевательство над историей и моралью. Речь президента соответствовала нынешней политической моде. Много про борьбу латышей с оккупацией и почти ничего про права человека. Я не уверен, что советскому диссиденту Гуннеру Астра понравились бы именно эти акценты. Но в поведении президента были и откровенно вызывающие моменты. Он забыл снять шляпу при исполнении государственного гимна и без тени сомнения заявил, цитирую, «То, как Латвия живет сейчас, заслуга Гуннера Астра». Как будто умерший в 1988 году общественный деятель виноват в результатах работы министров и президентов независимой Латвии последующих 30 лет. Бедность большинства населения, массовая эмиграция и чувство беспомощности народа – это как раз результат их правления. Речь президента «Народ за загородкой встретил свистом». Не жаловали и другого господина из национальной элиты, министра Борденса. Он настолько потерял связь с реальностью, что обозвал недовольных сограждан пособниками оккупантов. Его слова были обращены к людям, родной язык которых латышский. Обедневший а простой народ пришел выразить свое недовольство и получил в ответ оскорбление со стороны высокомерных господ. Мрачное средневековье. Явно не о таком будущем мечтал Гуна Растра. Но с нами остался его простой совет. Не бойся. Не бойся сказать начальнику, что он не прав. Не бойся сказать правителю, что он ведет себя как свинья. Если мы будем поступать по совести и без рабского страха, как завещал Гуна Растра, жизнь, безусловно, наладится.